Саран-саран, с вами Ариран. Сегодня хочу пройти видеотест на знание клипов BTS. И я немножечко опасаюсь за свою память, потому что я могу знать клип, но могу не помнить, как он называется. Я вообще уже молчу за знание песен Бантанов и Эксо, потому что я реально не помню названий. И, ну, так, знаете, вот именно думаю, что это может повлиять на прохождение моего сегодняшнего теста, но я надеюсь, что будет все не сильно плохо, если я буду говорить «Знаю, знаю, стопудово знаю, но не помню, как называется», скорее всего, это будет правдой, поэтому ладно, давайте посмотрим, может быть, ничего сильно серьезного и страшного не будет, поэтому начнем. Так, ладно, поехали. Один. А, первый? А, ну это Danger. Слушайте, а нужно будет говорить, где ну, разные версии японская? Да, это Danger. Ну, в общем, я могу еще и версии перепутать. Дело в том, что где японская, где корейская. Но это Danger. Еще стали Чонгука прямо мне как по заказу. Ой, это Ран, по-моему. И вот опять же, я могу Айниди и Ран перепутать, но поскольку они тут бегут, я скажу, что это Ран. И это, по-моему, все-таки Ран. Да, это Ран. Правда, постоянно Айниди и Ран путаю, если музыки не слышу, это для меня... А, ну это Save Me. Сэмми. Я даже помню, что там что-то было написано на кофте у Чонгука после того теста. Но я не помню, что. Я уже опять забыла, что. Да, но это Сэмми. У меня такое ощущение, что составитель этого видео такой же Чонгукоман, как и я, потому что его здесь много. Он уже во втором эпизоде тут в главной роли. Так, четвертый. Блин, как уже он называется? Там еще... Я не помню, как он называется. Just One Day, ну? Я бы не вспомнила, даже если бы мне первое слово сказали. Признаюсь честно, я опять Чонгук. Это шикарная песня и обалденно милый клип. И он такой светлый, но название это было не про меня. А, ну это... Чоро. Ну, чоро, это значит доуп. Опять Чонгук, боже. Я так приятно удивлена. Ну, наверное, те, кому нравятся другие участники, скажут, что это такое, почему так много Чонгука. Но мне все нравится, мне грех жаловаться. Не то, чтобы мне нужен только Чонгук, но все равно. Ну, это уже I Need You. Вот эта грустинка, вот это сплошное... Такое упадническое, плаксивое мое настроение, и это они. Так, ну пока что я не считала, сколько там уже. А сейчас покажет какой-то там раунд или какой клип по порядку, но пока что все правильно. Сейчас будет седьмой. А, это этот, как его? Сейчас скажу. Young Forever. Да. Да. Он же так назывался. Ну. Да. Тоже это было так красиво и грустно. И вообще, вы знаете, я когда смотрела перевод этой лирики, мне настолько было паршиво. О, это этот. No More Dream. Стопудово. Я не могу здесь ошибиться, да. И это... Да. Какой дерзкий джин. Только что. Ну, в общем, выбраны самые такие кадры, короче, которые аж вообще капец. Девятый. А, ну это мужик в любви. Как он там назывался? Boy in Love. Boy in Love. Да.
как он ее пуха в шкафчик. Наверное, многие девушки хотят, чтобы их тоже так. И тянет ее за руку. Она все такая, ой, не хочу за тобой идти. Сейчас только волосы поправлю. Но девочка хорошенькая, я ничего... А, ну это Fire. Я не думала, что тут будут их последние клипы. И это, значит, свеженькое видео. И я выбрала то, что нужно. И, кстати, вот кто снимал реакции на этот клип, вот почему-то никто не замечает с самого первого раза самолет этот горящий в небе. Опять Чонгук, вы заметили? Но это либо потому, что вот этот... составитель видео фанатик Чонгука, либо действительно, потому что Чонгука его вообще всегда много. То ли я влюбляюсь в тех, ну как, фанатею, да, от тех, кого чаще всего много, или просто им так везет, да, ну, весом моим. А, это же конец, Sing Watching. Ой, я, по-моему, даже нигде не ошиблась. А, я одну песню не угадала, которая называлась Just One Day. Ну, наверное, теперь я ее запомню, хотя бы на некоторое время, но я запомню, потому что клип этот я, конечно же, видела, вот, а название я, если бы мне даже сказали, помнишь клип Just One Day, я бы сказала, у меня был такой клип, проблема, в общем, беда у меня, мозги куриные, что уж поделаешь, приходится с ними жить. Ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и, конечно же, опять же, я буду снимать такое же видео с Экса, или Эксо, как мы там решили называть все-таки, Экса или Эксо. Если у вас есть предложения по поводу других видео, которые вы хотите видеть на моем канале, пожалуйста, найдите ссылку в описании и перейдите во ВКонтакте в специальную тему, в которой я жду ваших предложений. Те предложения, которые будут набирать максимальный интерес со стороны других моих зрителей, будут, конечно же, реализованы на канале, и я буду стараться делать это в ближайшее время. В остальном же, всем спасибо большое за просмотр. Сирен, с вами была Риран. Всех целую, пока-пока-пока!